Этот участок теплотрассы не ремонтировали 25 лет. Трубы износились, поржавели, часто приходилось латать по частям. Теперь локальный ремонт заменили на капитальный. Комплексные работы идут от улицы 3 Строительной 19 до Новожилова 33. Здесь порядка 150 метров теплотрассы. Замена железобетонного канала, замена турбопроводов, арматуры и так далее. Реконструкция, большая реконструкция камеры. В данный момент вот она за нас со спиной. Этот участок теплосети питает 22 дома, госпиталь для ветеранов войн и морской технологический колледж. Терпеть неудобства жителям Первомайского района придется недолго. По новым трубам вода должна пойти уже через 3 недели. Всего ремонт затронет 5 крупных объектов. Это улица Новожилова, Народный проспект, Нерчинская, Партизанский проспект и самая основная – это улица Русская. Значит, это наиболее крупный объект, это магистральная теплотрасса, от которой запитаны все больницы, которые находятся вот от перекрестка улицы Русской и поворота на 1000-коечную больницу. Работы теплоэнергетики проводят с применением современных материалов. Они позволяют продлить срок службы сетей и снизить теплопотери. А после ремонта рабочие планируют благоустроить территорию. Ольга Продан, новости на Восьмом.